Во дворе дома 8А по проспекту Мира пусто, у подъездов ни души. И дело не только в погодных условиях, из двора пропали все лавочки. Случилось это пару месяцев назад, когда начались работы по замене бордюров. Давно как вот ремонт начался и все. Везде поставили вот эту дом по две у подъезда, а у нас ни одной. Бордюры доделали, значит, землечкой посыпали, а лавочки забыли поставить. А вы куда-то обращались или нет? И как вообще живете без лавочек теперь? Да вот так вот и живем. Ну, я считаю, что это недоработка нашего начальника ЖЭКа. Вообще, это двор наплевательский, по-моему, для них. Рабочие убрали скамейки, чтобы удобнее было делать ремонт. Но и после окончания работ жильцы лавочек не увидели. Всех, особенно пожилых людей, такая ситуация не устраивает. Из магазина идешь, сумками поставишь, найдешь ключик, чтобы открыть. Отдохнешь, чтобы подняться на последний этаж. А сейчас некуда присесть. Где искать скамейки, жильцы не знают. Чтобы выяснить судьбу пропавших лавочек, мы обратились в обслуживающую компанию «Жилсервис». Там нас заверили, что привычный порядок вещей во дворе на Мира 8А будет восстановлен. По срокам пока не сообщаем, неизвестно. Лавки находятся на изготовлении, на производстве. Как только нам будут доставлены, мы их устанавливаем. Точных сроков в обслуживающей компании не назвали, но пообещали, что скоро на Мира 8А все будет так же, как в соседних домах. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».